Здесь уже все, в принципе, готово под обои. Балкон готово тоже. Плитка положена. Вот такая королевская лоджия получается здесь. Королевский балкон – это около 10 квадратных метров, светлые стены и стеклопакет. Прораб Нораир Артынян готов по многоквартирному дому хоть экскурсии водить. В строительстве мужчина давно, чем только не занимался. Сейчас в данный момент в Алмазном садик строим. Строим в Сунтарах садик. Сдали в Ленский садик. То есть по республике везде работаем. О единственном строящемся доме в Мирном на неделе рассказывали несколько СМИ. Алмазный край не исключение. Информация о том, что трехэтажка досталась нынешнему подрядчику от другого, нерадивого, оказалась некорректной. Дом якутская компания строит с нуля уже второй год. Дом с четырьмя подъездами рассчитан на 71 квартиру. Внутри и снаружи сейчас ведут отделочные работы. Водоснабжение и электричество специалисты провели. Стоимость на сегодняшний день его составляет 320 миллионов рублей. Вот, но в связи с определенными трудностями, которые возникли у нас в 2019 году, связанные там и с растеплением грунтов, и с другими проблемными вопросами, возникли, да, дополнительные объемы работ, которые были запроектированы дополнительно. Сейчас они проходят государственную экспертизу сметной стоимости, да, и будут дополнительно выполняться. В будущем сюда переедут мирненцы, которые попали в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, а именно жители домов Паюнского, Амосова, 40 лет Октября и Комсомольской. Двор рядом с трехэтажкой тоже предусмотрят. На данном участке предусмотрена игровая площадка общей площадью 180 квадратов, а также будет асфальтироваться придомовая территория общей площадью 1128 квадратов с парковочными местами под стоянкой автомобилей. А также предусмотрен мусорный сборник. Сдать объект под ключ подрядчик планирует в октябре этого года. Если все оставшиеся работы выполнят в срок, мирненцы смогут встретить Новый год уже в новых квартирах. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».